Ага, во. Все. Ну и что там? Хорошо. Дрочим. Как это? Да вот так. Либо сегодня празднуют какой-то ихний праздник. Что за праздник может быть у рыбы? Ну, так как и у людей. Каждый день по нескольку. А может наоборот, после обильного празднования. Спит? Да. Или тошнит и не лезет ничего в горло. Поэтому не клюет. Рыбалка зимняя и отдых на Ворсле и Коломаке в городе Полтава 21 февраля 2015 года. Рыба в тот день не клевала, а вернее клевала, но далеко не у всех. Это видно и по количеству рыбаков. Когда рыба ловится, то их в сотни раз больше, а сегодня здесь самые заядлые рыбаки. Или такие, как я, Владимир Николаевич, автор этого видео, и мой друг Иван Павлович. Целую зиму собирались мы на рыбалку и наконец-то выбрались в конце февраля в глухозимье. Нужно сказать, что самые заядлые рыбаки, которые ходят сюда на рыбалку чуть ли не каждый день, знают места и все прихоти местной рыбы, те понемногу мелочевку ловили в этот день. Плотвичку, ёршика, подлещика, окунька. На средине реки в основном ловили на гирлянду, а под берегом на мотыля. Но это постоянное завсегдатаи этого водоема. Говорят, что некоторым на гирлянду удавалось поймать даже леща, а на балансир судака. Но так говорят, мы же видели только у некоторых немного мелочи. Поэтому, сменив безрезультатно с десяток лунок и перепробовав разные мормышки, решили позавтракать и посмотреть, что делается на Коломаке, пройтись по нашим старым местам. Ведь наша цель в этот день была не столько поймать рыбу, а хорошо провести время. Сейчас мы находимся на Ворсле, в районе остановки автобуса под названием 9 мая, в поселке Климовка, города Полтава. Наш путь пройдет до места впадения реки Коломак у Ворслу, где мы повернем налево и поднимемся по Коломаку до озера, вырытого 30 лет тому назад земснарядом, возле поселка Лесок, города Полтава. Итак, в путь. Сейчас мы на месте впадения Коломака у Ворск. Как видим, рыбаков единицы. А когда клюют лещи, их здесь много. Фото на память. Рыбачок идет с рыбалки домой.
вот и ЖД мост через реку Коломок. Как видим, рыбаков здесь сегодня нет, хотя 3 января они были и понемногу ловили. Перед нами видно Коломок с ЖД моста. Слева участок первично нечищенного русла реки, справа залив, тоже первородный, а дальше плес размытый земснарядом. Рукотворный плес закончился, и мы вышли к автомобильному мосту через реку Коломок. Под мостом и за ним участок длиной около 200 метров нетронутой земснарядом реки, за которым начинается второй рукотворный плес. Вот цель достигнута. Мы смотрим на озеро, за которым виднеется поселок Лицок. Рыбаков ни одного, а это значит, что рыба здесь не ловится, хотя и есть, и даже большая. Вот так закончилась наша рыбалка. Рыбы мы не поймали, зато время провели отлично. Прошлись, посмотрели природу, познакомились с новыми людьми и унесли с собой массу позитивных впечатлений. Отсняли много фоток, немного видео, из которых и получился этот ролик. We'll be right back.